Скажите, а внук у вас в Луганске был, да? Ну, командир роты, конечно. Здесь ждали Луганскую Народную Республику? Ладно, это глупый вопрос, конечно. Конечно, ждали. А внука давно не видели? 6 лет. Нельзя было общаться, да? Они ко мне через день, каждый день приходили. А где ваш внук? И все остальное. Искали, понимаете? Да я на коленки могу встать, что да, что они походили. Я плакал вчера, как бы видел наших армян. Где-то вот все. Да я вчера там возле колодца, я брал воду. Я как увидел, что они идут, я плакал. Спасибо, ребята, что вы пришли. Спасибо. Дай Бог вам здоровья всем. Очень рады. Мы вас 8 лет ждали. Но мы не ожидали, что нас в 14 году здесь бросят, оставят. Но ничего. Все прошло. Мы живы, мы выжили, мы рады вас видеть.